Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Oppo Find X2 Pro. Сейчас я вам покажу, как кастомизировать ваш рабочий стол, как по сути поменять обои вашего рабочего стола, покажу, как установить великолепные живые обои, ну и просто поменять. Итак, видео будет достаточно долгим. Давайте приступим. Итак, вначале что мы делаем? Смотрите, у нас есть рабочий стол. Нажимаем и удерживаем по рабочему столу, нажимаем на кнопочку «Обои», и у нас есть статичные обои, живые обои. Выбираем статичные, тут у нас есть стандартные какие-то. Выбираем те обои, которые нам нравятся. Вот у нас есть луна, она прикольная, красивая, классная, прекрасная. Оставляем ее. Все, по сути. Причем это вряд ли луна. Но не важно. Хорошо, то есть у нас мы можем вот таким образом изменить обои. Есть возможность установить живые обои таким же образом. То есть есть, по сути, практически такие же обои, только живые. Вот тоже луна, но она живая. Теперь, если я буду вот так вот двигать телефоном, у нас будет двигаться и луна. Другие обои, они выполняют какие-то другие функции. Например, смотрите, живые обои, давайте выберем... Ну, например, вот это вот. Смотрите, у нас будет вот как будто краска, как будто бензин по луже растекается. Я не знаю, как это по-другому объяснить. Здесь уже что-то другое, конечно. Вот эти обои мне, конечно, тоже очень нравятся. Их фишка заключается в том, что в зависимости от времени у вас разная яркость экрана. Ну, то есть не яркость экрана, а яркость обоев. То есть это действительно интересно выглядит. Например, сейчас утро, видим, у нас небо такое голубоватое, и восходит солнышко. Где-то в середине дня солнышко поднимется, будет здесь, и пустыня будет вся желтой, а ночью все будет темно. Вот как-то так. Это живые обои. Но это стандартные живые обои. Как скачать обои из интернета? Для этого нужно открыть приложение Chrome, браузер, и скачать любую картинку из интернета. Это делается очень просто. Можно просто нажать на каком-то сайте «скачать обои», но это все сложно. Поэтому советую вам сделать немножко по-другому. Советую вам просто сделать так. Зайти в Chrome и вписать «обои на телефон». Нажимаем картинки, и здесь куча обоев, куча разных прикольных, прекрасных картинок. Да, например, давайте установим что. Вот такие, например, приятная картинка. Да, ждем, пока она полностью прогрузится в высшем качестве. Если она не прогружается, она в плохом качестве, значит, отпускаем ее. Так, вот... Например, вот это вот в хорошем качестве, видимо, у нас ворон прекрасно. Нажимаем и удерживаем эту картинку и нажимаем «Скачать изображение». Нажимаем на выход на рабочий стол и теперь открываем приложение «Фотоснимки» на нашем телефоне. После этого переходим в пункт «Альбомы», вот здесь вот вверху он находится. Затем выбираем пункт «Все», выбираем наши последние скачанные обои. И в правом нижнем углу нажимаем на кнопочку «Еще». И теперь выбираем «Установить как обои». Нажимаем, мы можем нажать на вот этот вот значок, для того, чтобы заблюрить его, например. То есть так тоже можно сделать. Можно из него сделать какой-то ремикс. Это такая вот... Я не знаю, как это даже назвать. Короче, ремикс можно сделать из этих обоев, цветовой. Но это немного не то, поэтому нажимаем просто «Применить» и выбираем «Куда». Можно на экран блокировки, на главный экран и на экран блокировки. Давайте выберем на главный экран, пускай. И теперь у нас на главном экране будет вот такой вот красивый ворот. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч. До свидания.